Я уже знала, что будет Анна Каренина, я очень-очень хотела Китти. Ну, я и думала, что я, наверное, что-то буду подобное делать, потому что это будет хореографический спектакль. В театре знают, что у меня есть хореографическое прошлое, наверняка мне что-то подобное дадут сыграть. И, конечно, когда мне сказали, что меня пробуют на Анну Каренину, я сначала подумала, что режиссер сошла с ума, что, может быть, она как бы что-то странное придумала. А потом я еще ходила с такой короткой стрижкой. У меня, знаете, были такие штаны у коленок, вот, которые заканчивались. Ну, не знаю, вот, то есть мотня, вот она висела у меня у коленок. Ну, то есть это было какое-то такое. Я вообще не выглядела совершенно как Анна Каренина, ни внутренне, ни внешне. И поэтому, конечно, я была в шоке, ну, так, мягко говоря. Хорошо, у нас в училище учат пластики, они все прекрасно работают, все прекрасно работают. Как же мне это должно быть стыдно? А у меня партия ходить, смотреть, руками размахивать и внимательным только стоять и проходить. Но когда мы сыграли первые спектакли и пришли просто наши артисты, которые пришли и сказали: «Боже мой, это такое неожиданное зрелище, это так необычно, и это не пластический спектакль, это драматический спектакль, он ничуть не отличается, все понятно, вот все понятно, как будто читаешь книжку». Люди сложно устроенные существа с огромным количеством слоев, болей, горя, счастья, радости, противоречий, способных или неспособных на компромиссы. Люди сложно устроенные, и поэтому отношения Вронского и Анны не заточены на идеологичности или вопросе только выбора, или наличие или отсутствие любви. Там есть все. Это огромный букет разношерстный с огромного количества цветов. Кто с кем не согласился, кто что-то не смог принять, каким образом он оставлял ее, оставлял ли ее он чистосердечно, или это была боль, потому что это принципиальный выбор. Не надо забывать, что по роману на момент того, когда случаются основные конфликты, Анна находится в глубокой степени наркотической зависимости и психологической травмы, а я бы сказал даже психиатрии, психиатрической проблемы в некоторой степени, потому что без ребенка, с наличием наркотиков и так далее, да? Ну, то есть это не нужно забывать. Он оставляет не абсолютно его любящую, ранимую женщину, он оставляет очень сложного, поломанного человека. Очень понравился. Я в восторге. Неожиданная интерпретация, трактовка. Ну да, от классики немножко отошли. Но они не проиграли. Ребята, очень красивый спектакль. Вы знаете, удивляет качество шоу, качество проработки. Это настоящая театральная живопись. По-другому не сказать. Мне очень понравился этот спектакль. Мне
прям, ну, эти ощущения все пережитые, мне вот прям, ну, я очень захотела прочитать Анну Каренину. Лев Толстой написал, как вы сказали, он всю характер он по своим друзьям делал. Очень понравился, прям потрясающе. Слова здесь излишни, как, собственно, в этом спектакле. Это, наверное, все, что я могу сказать. У меня просто море впечатлений, и после спектакля тут действительно сказать нечего. Только впечатления, только эмоции. Это круто. Вот единственное, что чаще бы сюда приезжал такой театр с такими спектаклями. Вообще гастроли этого театра, ну, это что-то невероятное. Я и была на Евгении Онегине, и вот побывала на этом спектакле. Для меня, честно говоря, немного неожиданно было, что они говорить не будут, но они настолько были эмоциональны в своих движениях, что слов не нужно было. Это было просто чудесно. И действительно, очень много эмоций было вот в их движениях. Большое спасибо им за этот спектакль.